Что-то изменилось. Никогда не верил в сетевой. Не жалуюсь. А ты как? Так не может продолжать. Работай выше крыши. А хочется жить на всю катушку. Может, отправимся на городской слет или еще куда? Я в деле. А то не забота, так скука. Ну, знаешь. Если выясню, кто за этим стоит, разберусь с ними до того, как нас найдут. И у нас будет отличный шанс кипнуть. Где-то тут Алекс Яворский. Надо бы его найти. Он владеет ценной информацией. Стой так близко.
Похоже, работенка для Юджина. Эй! Эй! Жопа! Да у нас гости! Выпил, что это за вонь? Калоприемники, чувак. Какой-то мутень просто взял и выбросил их в мусорку. А, гадость какая. Это опасно, блин. А если мы сюда загремим когда-нибудь? Операция около ведра с говном. Круто, да? Странное дело. Приемники, чувак. Какой-то мутень просто взял и выбросил их в мусорку. А, гадость какая. Это опасно, блин. А если мы сюда загремим когда-нибудь? Операция около ведра с говном. Круто, да? Что происходит? Что за хрень там происходит? О Чине что-нибудь слышно? Залег на дно. Хотел по-крупному сыграть. Не вышло. Слышал я одну историю. Его поймали без оружия. Он начал чуваку зубы заговаривать. Грузит его, грузит, а сам все ближе и ближе подходит. И как подобрался вплотную, перерезал бедолаге горло. Золотой кредиткой. Прикольно. Жаль, что гонило. Что? Че это? Золотой. Реально. У Чина платиновая. Это все Кини? Ты чё? Что это? Что это? Мать вашу. Так. Один из этих страдальцев, возможно, Алекс Яворский.
Похоже, просто сломалось. Что случилось? Вот зуб даю. Давай, попробуй-ка еще раз. Что рискни! Это? Рискни! Что, че за вот паника? Так-то, сука! Похоже, просто сломалось. Вроде должно быть тут. А? Что за... Знакомый товарищ. Моя работа вроде. В обычной больнице им начнут задавать вопросы. Хорошо устроились, блин. Thank you.
Алекс. Нет, прошу, нет. Тише, тише. Я вытащу тебя отсюда. Ты психи. Твою мать, не просто нелюди. Ну-ну-ну. Хватит, чел, спокуха. Ты Рэймонд Кенни? Они тебя ищут. Если отцеплю аппараты, сможешь встать? Я ног не чувствую. Такс. Оператор, что у вас случилось? Скажите копам, их стукача подстрелили. Пусть приезжают. Мне пора, не то повяжут. Так что выкладывай, что знаешь про Блюм. Имена. Хоть что-то. Я следил за бухгалтером Блюм. Его зовут Джек Файнли. До босса не добраться, а Джек... Заставишь этих козлов страдать. Подойдет поближе, стреляй в лицо. Все понял? Держись. Здесь копы! Валим! Валим! Блин, сейчас начнется стрельба. С другой стороны прикрытия могу смыться. Это полиция! Выйти из дома, быстро! Если увидим оружие, открываем огонь! Как они нас нашли, блин? Плевать, не подпускай их! Чикаго вас несколько, но только один работает в Блюм. Супер. Спасибо за чекин в любимом баре, друг. Ты сильно облегчил мне жизнь.
сворачивать носки парами, покупай носки одного цвета и все дела. И вообще, иди ты со своими носками.